Всем привет! Это прогноз погоды от блокнота Волгограда. Какими будут эти выходные, расскажу вам я, Алина Мельникова. Ну что же, не буду держать интригу, нас ждут жаркие выходные, поэтому можно смело идти в бассейн, купаться и загорать. В пятницу, 21 мая, ожидается переменная облачность и ветер. Днем плюс 27 градусов, ночью плюс 13. В субботу, 22 мая, будет ясно. Днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью плюс 20. В воскресенье, 23 мая, будет также жарко. Днем плюс 31 градус, ночью плюс 21. Не знаете, куда пойти на выходных? Не ломайте голову. Заходите в справочник блокнота Волгограда в рубрику «Отдых и развлечения». Турбазы, электрокартинг и сплав на плоту. Выбирайте. Справочник блокнота Волгограда поможет в любой ситуации. Проверено. Отправляясь в бассейн, не забудьте про солнцезащитные средства. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока.